В южных районах Приморского края введен особый противопожарный режим. Данное решение озвучил губернатор Олег Кожемяка. Ранее глава региона отправился в Хасанский округ, где сложилась наиболее сложная пожароопасная обстановка. Полное отсутствие снежного покрова, потепление и ветер привели к массовым возгораниям сухой растительности. Особенно сильно обострилась ситуация на выходных, когда возникла прямая угроза жилым домам и техническим постройкам. Для недопущения перехода огня к населенным пунктам, заповедникам и границы на территорию переброшены дополнительные силы Министерства ГОЧС, МЧС и авиалесоохраны. На месте работы координирует Олег Кожемяка. Особое внимание глав муниципалитетов губернатор обратил на создание минерализованных полос до оснащения пожарных воздуходувками, квадрокоптерами с тепловизорами. Краевой бюджет готов оказать необходимую поддержку территориям. Также Олег Кожемяка еще раз указал на обязанность руководителя округов и районов лично координировать тушение пожаров, выезжая на места возгораний. Противопожарный режим введен и во Владивостоке.